Всех приветствую на канале. Сегодня хочу провести наглядный эксперимент, что будет, если перцу прищипнуть точку роста. Видим, у нас макушечка перца и уже дошла до той стадии, когда начинается развилка. Там внутри видно цветок уже, что у одного, что у второго. Вот у этого более видно цветочек внутри. Значит, идея следующая. Один перец я оставляю так же, как он и растет сам по себе. А у второго вот прищипну примерно на последних три верхних листа. Где-то здесь. Для чего это делается? То есть, например, я прищипываю, и вот у нас есть листья. Здесь у нас почки. Из этих почек у нас пойдут пасынки. Но из-за того, что мы прищипываем точку роста, то есть у нас уже заложился цветочек, мы немножко отдаляем плодоношение на месяцок, наверное. Ну, приблизительно, точно я вам не скажу. Будет видно. И, в общем, хочу провести такой наглядный эксперимент, как будет развиваться один перец и второй. Сейчас, собственно, и проведем прищипку точки роста. Сейчас я покажу, как это делать. Перцы у нас приблизительно одинаковые. Сами понимаете, выбрать прям два одинаковых, это практически нереально. Высота у них, ну, практически одинаковая. Листовой аппарат тоже приблизительно одинаковый. Кажется, что правый немножко кучнее, но у нас левый немножко и выше, поэтому так и происходит. В общем, берем точечку роста, аккуратно прицеливаемся и прищипнули. Вот у нас сама прищипка. Вот макушечка перца. Сейчас постараюсь сфокусироваться. Вот, видно внутри уже цветочек. Это был бы коронный цветок на развилке. То есть видно, что у нас на данный момент точка роста у нас разветвлялась бы. То есть была бы уже первая развилка у перца. Вот один маленький листик и второй маленький. Это у нас было бы две развилки. Вот мы прищипнули. И дальше будем ждать развития пасынков. Второй перец остается таким, какой он есть. То есть у него будет обычное развитие. Трогать я его не буду. На примере этих двух перцев мы посмотрим, как лучше делать, как лучше не делать. На этом у меня все. Следите за экспериментом. Можете подписаться на канал, чтобы не пропускать информацию о этих двух перчиках. Все, друзья, всего доброго.